В минувшую пятницу на площади Пушкина автомобиль врезался в маршрутку. По данным ГИБДД, виновником аварии стал водитель Митсубиси. Мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной ДТП. В результате экспертизы алкоголь в крови обоих водителей не обнаружен. Среди пострадавших маленький ребенок. Мальчик 2015 года рождения, закрытый черепно-мозговой травмой с сотрясением головного мозга и ушибом лба, был госпитализирован. Женщина 93 года рождения с переломом спинки носа, оставлена на месте дорожно-транспортного происшествия. И женщина 59 года рождения, также с травмами тела, была госпитализирована.